Рядом со мной игрок команды RAF, также известен как Котэм. Здорово, дружище. Здравствуйте, всем привет. Давай буду знакомить мир Point Blank с героями. Откуда вообще? Как зовут? Ну, имя? Зовут... Я поддержу. Хорошо, зовут меня Дмитрий. А, вообще у нас команда миксовая, то есть у нас и из Питера народ, и из Москвы. Вот один даже приехал с Сочей, там сидит на сцене. Вот, ну то есть мы собрались со всей России. У вас вся команда из России? Да. Ты откуда? С Питера. С Питера. Ну тут вообще ходят страшные легенды про Питер вообще. Ну это в Доте, ладно, не буду мучить. Обычно это проклятие второго места, но ты бы был бы не против, ну, да? На самом деле в Point Blank тоже есть проклятие второго места, есть такая одна команда, вот. Ну, я надеюсь на самом деле, что... Я не знаю. Нормально, как арена тебе вообще? Арена. Ну, на самом деле, я вообще удивлен, что так много машин в арене, потому что я думал, что будет на порядок меньше, будет там 2-3, может быть, 5 линеек, не больше. Вот, но арена, на самом деле, арена потрясает, и арена достойна, на самом деле. Теперь я понимаю, почему это киберспорт арена Киева, вот, и вообще, арена, в общем... Как добрались? Добрались. Были приключения? Ну, а знаешь, обычно LAN, чемпионаты... Ну, как обычно, мы простояли на границе, там, у меня спросили, что у меня там, то есть... А на границе не поняли, почему я везу с собой клавиатуру, мышку без компьютера, там все так удивились, вот. Ну, а в общем, ну, нормально, сутки ехали. Слушай, ну давай пару слов про онлайн-этап, онлайн-часть, как проходило для вас, были ли какие-то проблемы? Ну, проблем-то было море, конечно, несмотря на то, что даже группы у нас были, может быть, ну, не самые сложные, как бы, но мы отыграли, в общем-то, ужасно. Мы отыграли просто на, не знаю, на слабейшем своем уровне, и, в общем-то, мы вышли едва-едва, просто выползли из группы. Я понял. К клану готовились как-то отдельно? Там была ли ты хотя бы неделя там жестких тренировок? Ну, мы старались к этому приблизиться максимально, но получилось от силы пару дней. Ну, еще в поезде разбирали тактики. Ну, в принципе, нормально. А, ну, компьютер ты попробуешь попозже, потому что ты только садишься, да? Да, сейчас вот сядем, попробуем все. Поселились, все нормально? Ну, сняли квартиру. Нормально. Ну, да. Далековато? Да. Вообще далеко. Куда ехать фанатам команды RAF? Я пока не знаю еще адреса на самом деле, но... Короче, фанаты с вами какие-то приехали, может быть, девушки, может быть, друзья? Нет. Чисто пятерочка. Мы пока еще нонеймы, по сути. Все, тебе удачи. Спасибо. Надеюсь, завтра, чтобы будет хорошо играть. Спасибо за организацию, все.